Ульяновских мам наградят за доброту, ласку и активную жизненную позицию. 24 ноября во всем мире будут отмечать Международный день матери. В областном центре завтра, 23 ноября, в честь праздника в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова пройдет торжество. Самых активных мам города отметят благодарственными письмами и подарками. Мы поздравляем многодетных мам, мы поздравляем каждую маму с праздником и желаем ей добра и благополучия, потому что от мам зависит то, какая будет жизнь у каждого из нас, какая она сложится и как мы будем с вами развиваться и жить. Это в первую очередь зависит от матерей. В этот же день в киноконцертном комплексе «Современник» состоится концертная программа, посвященная Дню матери – нежной, ласковой, самой.